Всем привет, всем доброго времени суток, с вами Виктория, и сегодня в видео я хочу вместе с вами полистать 14 каталог 2020 года компании Faberlic, который будет действовать с 21 сентября по 4 октября включительно. Обратите внимание, каталог двухнедельный. Обычно в компании Faberlic все каталоги действуют 3 недели, но есть и такие, которые действуют 2 недели. Их мало, но все-таки они есть, поэтому обращайте на это сразу свое внимание. Успевайте оформить заказы. Я сегодня в видео хочу с вами полистать каталог, обратить внимание на все выгодные акции и предложения. Немножечко расскажу вам, что мне хочется приобрести из этого каталога, о новинках и те новинки, которые я уже протестировала. Конечно же, вам оставлю свой краткий отзыв. И у меня на канале недавно вышло видео, где я вам рассказываю о всех новых акциях 14, 15 и 16 каталогов. Я вам оставлю под видео ссылку, вы можете пройти посмотреть, и новички, и все, кто уже зарегистрирован в компании, девчонки, моя структура, можете посмотреть, и я думаю, что вам более-менее будет все понятно по данным акциям. Акции очень интересные. Еще раз вам напомню, что Faberlic Club с 15 каталога отключает компания, но по 14 каталог, то есть еще в этом каталоге он будет действовать, и накопленные вами баллы вы затем можете в течение года обменять, то есть вас никто не торопит. Если у вас баллов много, вы можете их выбирать постепенно, либо если у вас их много, что-то для себя стоящее приобрести, но если их немного, то тоже можете что-то приобрести интересное. Итак, еще раз давайте обращу внимание новичков. В этом каталоге для вас просто шикарнейшая мега акция, девчонки. Такая акция, по-моему, у нас второй раз, она бывает не часто, но акция действительно интересная, где вам за ваш первый заказ дарится 1000 рублей в подарок. Как же она дарится? То есть вы выполняете свой заказ на определенную сумму, которую требует компания от вас. Обязательно его утверждаете, и при утверждении 1000 у вас сразу списывается автоматически. То есть к оплате у вас будет на 1000 рублей меньше. Получается, что товары вы приобретаете со скидкой 50%. Что же необходимо сделать вам для этого? Во-первых, зарегистрироваться в компании, и сразу вы получаете скидку 20% на всю продукцию. Далее вы выполняете свой заказ. У нас есть цена каталога и есть цена консультанта. Цена консультанта — это уже после вашей скидки 20%. Так вот, здесь будьте внимательны, указана цена консультанта, потому что когда будете делать заказ, то в начале первая графа будет у вас цена каталога, затем цена консультанта. Давайте, наверное, вам расскажу сейчас и в цене каталога, и в цене консультанта. Итак, если вы в цене каталога делаете свой заказ на сумму 2500, минус 20%, у вас остается 2000, как вот здесь указано, после применения скидки. То есть 2500 делаете свой заказ, минус 20%, плюс сбор за доставку у вас будет заказа, и минус 1000 у вас пишется автоматически. Тогда у вас к оплате, если вот у вас будет доставка, например, 149 рублей, вот здесь центральные регионы, останется всего 1129 рублей к оплате. Но если, вернее, 1149 рублей, но если вы свой заказ сделаете на сумму в каталоге 3150, то есть в каталожных ценах, минус 20% скидки, останется у вас 2500 в вашей цене консультанта, минус у вас спишется 1000 автоматически, добавится сбор за доставку, то к оплате у вас будет 1629 рублей. Но если вы делаете в цене каталога на 3150, в цене консультанта 2500, то вы еще бонусом в следующем заказе, во втором заказе, уже по следующему 15 каталогу, получаете стиральный порошок в подарок. И вот первый, если вы будете делать заказ, чтобы получить стиральный порошок, то после того, как у вас спишется 1000, к оплате у вас останется 1629 рублей. Шикарнейшая акция. Конечно, я бы вам советовала получить и стиральный порошок в подарок тоже. Это отличный порошок, концентрированный. Он идет гипоаллергенный, можно и детское белье стирать, в нем нет фосфатов. То есть шикарнейшее средство. Надеюсь, что вы останетесь полностью довольны. И далее потом вы тоже сможете принять участие в акции 15 каталога, в акции Like Faberlic. Так что быть зарегистрированным очень-очень выгодно. Поверьте, это действительно так. Я приглашаю вас для регистрации, и после регистрации обязательно с вами свяжусь, будем общаться и буду вам приходить на помощь, когда она вам будет необходима.
Итак, давайте с вами листать каталог. У нас на обложке коллекция «Модерн» представлена. Это осенняя коллекция. Я заказывала аксессуар из этой коллекции, именно береты изумрудный и бордовый. Здесь 70% шерсти, 30% нейлона, но берет имеет размер 55-57 сантиметров. Я люблю более объемные, более пышные береты. Обычно беру 56-58, и для меня берет оказался немножко мелковат. Поэтому, если вам подойдет по объему головы, в принципе, неплохой берет, хорошее соотношение цены этого берета. Но то, что насчет качества, вы знаете, здесь 70% шерсти. С одной стороны, он будет тепленький, но с другой стороны, вот я его примеряла, и я уже вижу, что он будет скатываться. То есть на сезон, на два вам его, конечно, хватит, но так как здесь достаточно шерсти, скатываться он будет. Просто у меня есть, скажем, я вам рассказывала, более такой дорогой берет, который стоит дороже, чем в каталоге, но там тоже шерсть, но вот он в носке себя хорошо проявил. Вот я его прошлый сезон относила, и пока, в принципе, у меня есть, поэтому я вернула. Первая причина — то, что он мне мелковато, вторая причина — то, что скатываться он будет. Не знаю, может быть, это лишняя шерсть, вот он немножечко как поваляется, он еще немножко все-таки, я думаю, растянется при носке, но пока я решила, что у меня головных уборов много и хотелось бы попышнее, поэтому я его вернула. Но так, в принципе, неплохая цена. Я думаю, что если вам он понравился, можно взять на примерку. Не подойдет, можно будет вернуть. Далее, следующая у нас снова каталожная коллекция. Очень мне нравятся такие футболочки Деваре. Посматриваю. Заказала я вот такие ботиночки. Конечно, они не замша. Это микрофибра под замшу. Но мне понравилась здесь подошва. Я поняла, что есть искусственная шерсть внутри. То есть посмотрю, какие будут, покажу вам и оставлю свой отзыв. Но вот сапожки я приобретала осенние из микрофибры. В принципе, неплохие. Конечно, видно, что это не замша, если смотреть вблизи. Но издалека они прям выглядят как замшевые и пошиты достаточно аккуратно, добротно. Поэтому, в принципе, я осталась довольна. Я в прошлом году себе в магазине купила замшевые сапоги. Внутри натуральный мех. Продавец утверждал, что это замша, но, вы знаете, я до сих пор не уверена, что это замша, если честно. Я все-таки думаю, что это там искусственный заменитель хорошего качества, что не отличишь, потому что у меня действительно были натуральные замшевые сапоги, и там ворс, он ох как отличается от натуральной замши. Сейчас, наверное, с натуральной замши, я думаю, что уже очень редко делают сапоги. Ну и, конечно, стоить они будут то не 10 тысяч, как в магазине у нас, а будут стоить все-таки дороже сапоги из натуральной замши. Поэтому вот здесь вопрос спорный. Сейчас очень научились делать все под натуральное, и что отличается мало. Аксессуар у нас сумка новая, шарфы, кошельки, платочки. Обращайте внимание, еще один беретик, указано, что он бежевый, но на картинке я его больше вижу пыльно-розовым. Новые кроссовки будут, кепи в коллекции, появляются пуховики. Здесь 90% пуха, 10% пера, подлиннее, покороче вариант, но пуховик все-таки как-то больше на любителя. Вы знаете, у меня были пуховики, конечно, они очень тепленькие, легенькие, в зиму они прекрасно себя ведут, но за ними все-таки тяжелее ухаживать, чем за вещами из синтепона. Ну и синтепоновые курточки, но здесь уже, видите, до 10-15 градусов примерно, в зависимости от наполнителя в граммах, поэтому это здесь уже по вашим предпочтениям. Прошлая коллекция одежды. Обращайте внимание, купоны у нас в этом каталоге, кто в 13-м собирал, не забывайте ими воспользоваться. В разделе «Ваши персональные акции» в отдельном списке вы можете приобрести по одному купону один товар. Активировать ничего не нужно, у вас уже будут они автоматом добавлены, и у вас будет указано вверху списка количество товаров. То есть сколько вы купонов насобирали, столько вы сможете и потратить. Поэтому акция выгодная. И вот у нас в каталоге товары, которые идут по купону, не отмечены. Это, например, серия «Океанум». Сюда входят патчи. Обращайте внимание, можно будет взять выгодно по купону. Поэтому тоже вот очень хорошая сыворотка антистресс. Шикарная. Я вам ее советую. Мне она очень нравится. Одна из лучших сывороток в каталоге.
Подойдет она как универсальный вариант под любой крем, отличная. Ну и, конечно, крем-блер тоже вот сейчас, наверное, в холода, как основа под макияж. Хорошо, скажем, ретуширует кожу, эффект селфи создает, эффект вот заблеренной кожи. В общем, отличное средство, можно тоже по купону воспользоваться. По купону масочки будут инстаграмные у нас в каталоге. Далее хорошая скидка будет в серии BioGlow на жидкие патчи. Поэтому тоже смотрите, с хорошей скидкой серия Vario 40%. Но вы смотрите, где вам выгоднее по купону взять, либо в каталоге, сравнивайте всегда. Набор за 469, гель-крем для век и увлажняющий гель. Вот серию Weekend мне очень хочется повторить, очень мне понравилось. Серия Биомика скидки, любимый наш активный спрей со скидкой 50%. Я его использую в качестве тоника, очень довольна. Средства, девчонки, просто шикарнейшие. Можно и под маски, и после масок, и скрабы, все время говорю, это отлично. И вот эта сыворотка мне тоже очень нравится, когда будет по скидке. Это кислородный активатор, обязательно приобретите. Но не забывайте за кислородный бальзам. Выгодно в серии Oxyology наборы. Каталог большой, не буду сильно долго останавливаться, просто обращу внимание. По купону можно взять серию трехступенчатую эксперт. И вы знаете, именно из этой серии мне почему-то больше всего, когда вот я пользовалась, понравилась вот эта первая серия. Она у меня кожа комбинированная, но прекрасно увлажняет кожу вот именно изнутри, сохраняет влагу. Пользовалась я в осенне-зимний период времени, осталась я полностью довольна. Вот из всех трех почему-то больше всего оценила первую. Хотя вот эти у нас тоже по купону. И вспомогательная серия, которая используется вместе с этой линейкой, также будет по купону. То есть здесь у нас что вот основного в этой серии содержится гиалуроновая кислота трех ступеней. То есть есть у нас гиалуроновая кислота первая ступень, которая проникает вот в самый, по-моему, глубокие слои клеток. Ну, вот здесь вот у вас, видите, вот все эти три ступени, можно почитать, все обозначено. Есть вторая ступень гиалуроновой кислоты, среднемолекулярная, и есть третья, высокомолекулярная, и первая, это, по-моему, у нас низкомолекулярная. Надеюсь, что я не путаю все это между собой. Ну, в общем, прочтете. И вот именно на все вот наши слои эпидермиса действует эта гиалуроновая кислота. Поэтому вот именно на этой... На этом основана эта серия. Проходится она курсом и действительно неплохая. Наборчик шикарнейший, девчонки, по купону можно будет взять, на подарок рассмотреть. Здесь несколько насадок, отличный набор на батарейках, но в принципе он очень хороший. Маска также у нас вот будет по купону. По купону можно будет взять крем «Круговая пластика», один из лучших кремов вообще вот в серии «Эксперт». Ну вот, вы знаете, наверное, если бы для возрастной кожи меня спросили, какой тебе крем больше всего в компании нравится, я бы с закрытыми глазами сказала, это «Круговая пластика». Вот к нему еще вот эта сыворотка с коллагеном в паре работает шикарно. Кому-то подходит, кому-то нет, но они действительно великолепны. Также вот у нас снова купоны. В наборе новая серия Себа Баланс. Девчонки говорили, что здесь роллинг гель немножко другого качества, не такой, как был раньше. Раньше был у нас он просто шикарный такой гелевый, сейчас он, по-моему, уже идет с крупинками вроде бы, но все-таки попробовать его хочется. Вот у меня пока просто есть еще из предыдущей серии, из линейки Айсиул, и в наборах можно выгодно будет взять тоже. Вот смотрите, читайте все, знакомьтесь. Далее по купону у нас тоже вот средства антицеллюлитные, и выгодно по купону вот этот массажер. Шикарные массажеры, что для тела, что для лица, вот эти роликовые, они просто великолепны. Поэтому вот прям сразу обращайте внимание. В серии Пролексир выгодные скидки, в серии Гардерика выгодно набор, и маска с глиной у нас тоже будет по купону, можно будет взять. В серии Реноваж также сыворотка шикарнейшая. Ну вот вы знаете, для комбинированной кожи ее только вот в холода, все-таки она такая подпитывающая, поэтому летом не рекомендую, а вот в осенне-зимний период, я думаю, что для всех типов кожи можно добавлять. Сыворотка отличная. Также в серии Платинум у нас скидки 50%, линеечка Блум.
Несмотря на ее бюджетную стоимость, линейка шикарная. Здесь нет минеральных масел, парабенов. Отлично работает на коже. В общем, хорошая серия. Особенно я люблю сыворотки из этой линейки. Масло гидрофильное Сиол у меня заканчивается. Скидка 40%. И я его тоже вот нужно мне приобрести. Также по купону можно будет взять средство Сиол. Очень понравился мне, девчонки, вот этот продукт. Это витаминная сыворотка для лица. Она прекрасно борется с пигментацией. То есть немножечко все-таки высветляет. Действительно работает, выполняет свои функции. Еще у нас из серии Варио сыворотка сияния тоже справляется. Кушен или кушон, не знаю как правильно, будет по купону можно будет взять. Тоже прекрасно ложится на кожу. Хорошее средство. CC крем по купону. И далее серия Ультра, где также у нас неплохие скидочки. Серия Вербена. Серия Ботаника. Любые два продукта по 109 рублей каждая. Любая маска по 119. Я купила, у меня так и лежат, еще не попробовала. Кстати, обращайте внимание, перчаточки можно будет взять по купону и носочки. Такое редко бывает. Вы знаете, я подумаю, может быть, что-то попробовать, например, особенно носочки, да, вот нанести крем на ночь. Ну, там есть пропитка, но все-таки потом вот девчонки, когда уже добавляют какой-то крем и пользуются, я думаю, что что-то можно приобрести. Эти средства очень хвалят, но я сама еще не пробовала. Напишите, как вам, будет интересно узнать. По желтым ценникам серия про ноги и про руки. Далее у нас с вами по купону снова для пяточек представлено средство. В принципе, вы знаете, вот сильно оно не действует, но как поддерживающий уход, хорошо шелушит вот эту вот грубую лишнюю кожу. В принципе, неплохое тоже средство. Дальше у нас на средства для интимной гигиены скидка 40%. В серии Эксперт Фарма шампуни можно будет взять с хорошей скидкой. Силиконовые щеточки по 99. Но я почему-то их не оценила. Мне больше вот эти всего нравятся. Обычные у меня от силиконовых щеток наоборот то идет эффект. Если у кого-то они там, у девчонок массируют десна прекрасно, то я почему-то не оценила. Поначалу понравились, а потом перешла снова на обычные щетки. Все-таки для меня это не то. Любая зубная паста со скидкой 119 рублей. Наверное, скорее всего, 200% себе приобрету пасту. Также ополаскиватель с молочной кислотой, по-моему, идет он для чувствительных зубов. С хорошей скидкой. Вот у нас еще ополаскиватель будет со скидкой. Дезодоранты, пасты. Очень мне нравится паста «Экстра свежесть». Часто ее приобретаю и довольно-таки бюджетная цена. В серии «Нуки» некоторые пасты также у нас со скидкой. Ананас и грейпфрут. Я больше всего люблю вот пасту с кокосом и люблю с активированным углем. Ну и вот эти вот такие тоже можно и деткам, в принципе, ну, уже таким постарше, на любителя. В серии «Стори де Амур» у нас тоже дезодорант и зубная паста по выгодной цене. В серии «Суперфуд» очень люблю эти гели для душа. Они без СЛС, без парабенов. Здесь мягкая моющая основа растительного происхождения. Есть натуральные масла в составе. В общем, отличнейшие. Одни из моих любимых гелей. И у нас появилась новинка с ревнем. Тоже пахнет великолепно. Далее у нас супер цены на серию «Ля Крем». Снова супер цены. Бонусом за покупки можно мыльца взять. Я приобрету, вот люблю мыло с миндальным молочком и с кокосом чаще. Ну вот это с медом мне тоже понравилось, как пахнет, хороший аромат. Супер цены в серии Beauty Cafe, она будет обновляться. В серии Витамания желтые ценники, это акция тоже у нас кратно двум, то есть за каждые 2, 4, 6 и так далее товаров срабатывает желтый ценник, поэтому тоже обращайте внимание, выгодно. Серия Флёр де Прованс по желтым ценникам, может что-то приобрету там, либо мыльце, вот, ну, вот пока так вот как-то. В серии Ботаника любой гель для душа 89 рублей. Новая линейка Арисо, но я пока не пользуюсь нашими шампунями, пока что отошла от них, но пока приобретать не планировала. Я знаю, что отзывы очень девчонок у многих хорошие, есть и
кому не очень подошла серия, но, в общем, больше как-то, насколько слышу, неплохих отзывов. Далее серия Salon K.A. представлена в наборах, выгодно. И здесь вот у нас краска. Указано, что можно миксовать несколько оттенков и добиваться вот таких красивых переливов на волосах. Но нашу краску тоже я пользуюсь лореалевской продукцией, пока не покупаю. Далее в серии Эксперт выгодные цены, на концентраты выгодные цены, на шампуни. У меня почему-то наши шампуни вот в последнее время стали усиливать выпадение волос, поэтому я пока вот от них отказалась. Не пользуюсь, я вам об этом говорила. Так что вот очень хороший тюрбан, обратите внимание, шикарнейшее средство. У кого особенно вьющиеся волосы, можно рассматривать. Продукция стайлинга по выгодным ценам. Краска Ботаника всего 129 рублей выгодно. Здесь тоже любой продукт для волос 99 серии Ботаника. Желтые ценники на детскую серию для мальчиков и для девочек. Гель для подмывания шикарнейший, девчонки. Его можно не только младенцам приобретать, но брать для интимной гигиены для всей семьи. Он великолепный, тонкий аромат, хороший. Рената Секрет будет со скидкой 60%. Вот, наверное, ароматы Пуртужур, Рената, Бамонт. Вот у меня такие одни из самых любимых, одни из самых таких вот интересно звучащих в компании. Очень их люблю. Вот эти вот, и вот от Валентина Юдашкина тоже вот неплохие ароматы, но на все нужно пробники приобретать. Юдашкин Роуз будет со скидкой 60%. Шато де ля Луар со скидкой 50% можно приобрести. Пондор, такой сладкий аромат абрикосы, сливы и вот, наверное, пролине, карамели какой-то, вот такой он сладостный, поэтому тоже нужен пробник, но вот он более такой на холода, тоже будет со скидкой. На Каори скидка 55%, здесь более свежие ароматы, по купону можно будет взять ферики Массионель, да, вот еще ферик люблю и очень люблю вот этот вот флорет, также очень хорошо пахнет. Фортунату многие девчонки любят, но для меня она такая насыщенная довольно-таки, поэтому тоже ну, на все ароматы нужно пробник. Алатау, прохладный аромат, моноароматы бонусом за покупки 239 будут выгодно. Любые два аромата по 15 мл 249 каждый, любые три 199 каждый. Здесь хороший объем, можно и в сумочку, и вы знаете, мне кажется, что и как пробник. Вот, например, на осень отлично будет Пондор. Вот, наверное, какой бы я выбрала. Я бы выбрала Ферик Сенсуэль из них и, наверное, Инкогнито. Ну вот и Бьюти Кафе можно рассматривать, а также Донна Феличи. В принципе, здесь все ароматы достойные, поэтому вот смотрите, по купону у нас мужской Инкогнито, мистер Инкогнито, Бамонт по купону, Урбан Легенд по купону можно будет взять. Далее в наборе Донна и Ома Феличи миниатюрки 30-35 мл. Восьмой элемент со скидкой 55%. По купону Астерион. На Атлантик 55% скидка. На Лестет 55%. На Пульс 55%. На вот эту серию у нас будет скидка. И в наборах также вот Вант Авантюр можно будет выгодно взять. Ланселот. Но мне здесь отдушка не очень нравится. И в серии Barber Lab желтые ценники. Вот здесь отдушка очень приятная. Также у нас новинка, это новая помада HD Color. Шикарная помада для матовой, великолепная текстура. Есть, девчонки, пробники. Приобретайте вот пробники, и я думаю, что помада вам понравится. Новинка этого каталога помада Satin Kiss, сатиновая помада. Мне она очень понравилась. Это что-то среднее между сатиновой нашей и Ренатой. Больше она на увлажнение. Даже знаете, что напоминает? У нас была в серии Skyline помада CC увлажнение в цвете. Вот она хорошо увлажняла губки. Вот тоже вот это чем-то и ее напоминает. Вот я просто вспомнила, что по ощущениям здесь хорошая магнитная упаковка. Содержимое помады прекрасное. Она дает красивый глянец, прекрасно увлажняет. И вот на зиму, на прохладную погоду, я думаю, что будет то же самое то. Также у нас 4 новых оттенка жидкой матовой. 2 я приобретала.
Это марсала и это кашемировая роза. Кашемировая роза для моего пигмента губ оказалась светловата, не подошла. Марсала, конечно, тоже слишком темный. Но попробую их смешать. Остальные я не приобретала. Вот смотрите, свотчи. Думаю, что, в принципе, алый можно взять. Он будет менее проблемный. И вот этот вот верхний тоже, вот смотрите, по пигменту губ. Если слишком яркий, то берите лучше, ну, с осторожностью, я бы сказала. Далее у нас блески. Со скидкой 55%, хорошие блески. Очень понравилась вот эта помада с маслом помадного дерева. Еще какой-то оттенок обязательно приобрету. И вот Satin Kiss я взяла 2 тона и хочу еще красный попробовать, как он будет себя вести. Не будет ли он растекаться на губах. Далее у нас хорошая скидка на подводки 40%. Немножко снова подорожали у нас тени. У меня две палетки, зеленая и лиловая. В принципе, я довольна, неплохие тени. И очень мне очень-очень понравилась тональная основа. Она больше подойдет для нормальной и склонной к сухости кожи, но для комбинированной в холода, в принципе, тоже можно рассматривать. Для комбинированной все-таки вот этот крем больше подходит. Вот он великолепный. Вот эти два крема, это просто шикарные, шикарнейшие новинки. Девчонки, обращайте свое внимание на эти кремы. Ложатся не хуже любого люкса, очень тонко, невесомо, хорошо перекрывает, шикарнейшая тональная основа. И вот здесь вот у нас 9 оттенков аж, и здесь вот по тому, какой подтон, все расписано. Сыворотка Neo Serum тоже по купону, но ее для комбинированной кожи лучше в холода пользоваться. В холода она, в принципе, неплохая. А вот в жару я ей не пользуюсь, мне она не подходит на теплое время года. По купону пудра, у меня уже дырочка хорошая в этой пудре, обязательно хочу себе приобрести. У меня средний оттенок, естественный бежевый. Вот, наверное, может, его я, скорее всего, снова и приобрету. И она, в принципе, матирует неплохо. Палетка Glam Team тоже по купону. Она долгоиграющая, насыщенная. Здесь очень такой яркий хайлайтер, поэтому хватит вам ее очень надолго, если будете приобретать. Далее со скидкой 60% помада Первая Леди. По-моему, было указано, что она у нас последний раз в каталоге хит продаж. Нет, это, наверное, овация последний раз. Надеюсь, что не выведут эту помаду. В принципе, тоже она неплохая. Но по комфортности все-таки HD Color, когда вот не сушит губы после того, как удаляете. Поэтому все-таки HD Color получше. Бонусом за покупки любая тушь для ресниц. Ваш Оскар или главная роль. Можно тоже ее будет приобрести. Хорошая тушь, лишь бы была не подсохшая. Лишь бы там все было с этим замечательно. Но думаю, что, в принципе, бывало у нас такое, но надеюсь, что будет все нормально. Бонусом за покупки помада. Здесь вот у нас тоже сатиновая. Обратите внимание, последний раз в каталоге. То есть на смену вышла у нас сатиновая Satin Kiss. Поэтому, ну, это чуть-чуть просто попитательнее, пожирнее. Новинка, она потоньше ложится на губы. И здесь вот у нас тоже помада «Бархатный сезон». Жидкие тени, тушь, хорошая цена на карандашики для бровей, палетка для бровей, скидка 40%, на карандаши 169 цена, на румяна в шариках выгодная цена, будет 40% скидки. Далее зеркальце со скидкой 35%, здесь у нас, выгодно средство по уходу за ногтями. Вот, я думаю, вам видно, по 129 рублей. Что здесь у нас есть? Давайте посмотрим. Верхнее покрытие. Вот я бы, наверное, антивозрастное приобрела так для ноготков. В принципе, тоже неплохое. Продукция для здоровья. Это батончики. Дальше здесь у нас стевия, супы. И со скидкой 250 рублей. Кстати, по купону можно будет приобрести. Поэтому тоже обращайте внимание. Также у нас скидки на добавки. Доброген можно будет взять по купону 250 рублей. Также чаи представлены. Ножные пластыри детокс со скидкой 250. Далее валик. Обращайте внимание, вот еще валик у нас с акупунктурными вот этими вот нашивочками тоже будет со скидкой 250 рублей. На Денос продукцию хорошие скидки. По купону можно будет взять новинку. Это плед. Он в двух оттенках будет. Вазочки новые. Но я их пока не приобретала.
Также новая посуда, все на нее смотрю, может быть, что-то я и приобрету. Вот хотела такую поглубже сковородку, но не было в наличии на складе. Аксессуары для посуды, порошок со скидкой 45%, как всегда в каталоге. Хорошая цена на кондиционеры будет. И здесь вот можно будет попробовать всего за 25 рублей. Это пробник кондиционера «Золотая органа». Вы знаете, я приобретала первый флакон, и он был, ну, для меня очень насыщенным, очень концентрированным. Приобрела второй флакон и заметила, что там уже вот эта насыщенность чуть-чуть ушла. То есть он стал для такого яркого аромата, для такой яркой душки чуть нежнее. Поэтому второй я использовала прям как-то быстро. Он у меня ушел, в пустых баночках вам расскажу. И, может быть, я еще для себя его даже повторю. В принципе, вот первый раз он прям был... Ну, очень такой резкий и очень насыщенный. Все-таки много там, наверное, было вот этой концентрации. Я думаю, что затем, наверное, следующую партию немножечко убавили это. И, в принципе, мне прям понравилось. И вот детский мой любимый тоже со скидкой 50%. Обращайте свое внимание. И очень мне нравится восточный пион. Поэтому, девчонки, органу вот попробуйте. Конечно, все мы разные по отдушке, но многих она очень впечатлила. Надеюсь, что... Попалась просто вторая партия, где не было такой вот насыщенной отдушки. Порошки у нас по выгодной цене. Отбеливатели по желтым ценникам можно взять. Я возьму жидкий пятновыводитель. Очень мне он нравится, как он работает. Гели для стирки любые два по выгодной цене. Также вот у нас здесь снова освежители по выгодной цене. Снова хорошая цена на новые бальзамы для посуды, любое, всего 149 рублей. Вот я с клубникой пользуюсь с огромным удовольствием, но вы знаете, здесь кремовая текстура, мне кажется, быстрее идет расход, чем у нас вот предыдущие, он просто быстрее расходуется. Так, аромат очень тонкий, приятный, ненавязчивый, мыльцы со скидкой 50%, вот я еще люблю вот этот с авокадо. Для туалета у нас снова средства в каталоге. Вы знаете, я вам хвалила новинку для туалета 7 в 1. Первый флакон был замечательный. Потом девчонки стали в отзывах писать, что он прям вот остается и следы, и в ёршик не отмоешь, цепляется вот эти прям вот как, ну, скажем своими словами, как сопли вот этот налет. Я как-то думаю, ну, у меня вроде ничего, работает нормально. Купила второй флакон, это какой-то ужас. Я уже жду, не дождусь, когда он закончится, потому что действительно весь ёршик, кстати, когда наносишь на туалет средство почему-то зеленого цвета, первый раз было оно голубенького, потом, по-моему, зеленело, в этот раз сразу зеленого, и как только я начинаю чистить унитаз, оно просто все берет с этими комочками и остается на ёршике. В общем, не знаю, что-то видно или с партией, или вот из-за того, что там рапсовое масло в составе, хотели сделать, чтобы было погуще, а получилось вот как-то вот что-то немножечко не то. Хотя первый флакон мне очень понравился. В общем, тоже буду писать в обратную связь по этому поводу. Надеюсь, что обратят внимание. Для духовок и плит, и для кухни шикарная цена на средства. И обратите внимание, по купону у нас складная посуда, ну, скажем, такие аксессуары для уборки. Это тазики, это ведра. Шикарно, девчонки, у меня вот такой тазик есть, очень удобный, складывается, я возьму еще один обязательно, прям вот обращайте внимание, в первый день, думаю, вот по купону они, наверное, разлетятся, и ведра у меня есть маленькая, еще хочу большое взять складное, это очень удобно пользоваться, если ванна небольшая, да, и даже большая-небольшая, нет разницы, просто вы его сложили, убрали, когда он вам понадобился, вы его разложили и воспользовались. Для стекол и зеркал скидка на средства хорошая будет. Так, я, может, каталог здесь извертела. Флоранж у нас в каталоге. Обращайте внимание, я вот ношу, нравится, очень хорошего качества белье. В новинках трусики в наборах цветные, но я как-то не люблю цветные. Люблю больше однотонное, больше люблю белое белье, либо бежевое, черное еще нравится белье. Ну вот, рассказала вам этот. И цветное бывает тоже. Вот во флоранж очень красивое. Там главное при выборе придерживаться таблицы. В новинках колготки 60N. Не было их для VIP-консультантов пока. Но я вот тоже смотрю, какие-то мне хочется приобрести. Оттеночки очень-очень интересные. Вот меланжевые нравятся. Да, однотонные. В общем, все красивые такие осенние. Снова у нас колготки в каталоге. Водолазки.
новые будут, вот New указано оттеночки, разная текстура водолазок и, в принципе, хорошая цена. Мне, например, это вот нравится лапша, которая под лапшу сделана. Новый оттенок такой будет, охра. И я какой-то оттеночек для себя, может быть, красненькую возьму. Люблю красный или вот изумрудный цвет. Какой-то приобрету. Коллекция комфорт в каталоге. Оставила все-таки вот это платье. Поначалу взяла на примерку. Вам понравилось, как оно смотрится? Оставила. Конечно, не знаю, как его пока еще не надевала, куда носить, но платье смотрится оригинально и вот нарядно. Вначале не понравились вот эти вот оборочки, но под каблучок, под сапожки, в принципе, неплохо. И вот у нас снова в каталоге из микрофибры сапоги. Надеюсь, что здесь будет утеплитель немножко, но я пока взяла ботиночки посмотреть. Здесь тоже микрофибра и здесь цена 5999 со скидкой, в принципе, нормально, но для микрофибры все-таки, девчонки, дороговато. Хотя в магазине тоже сапоги, я вам же говорила, там не поймешь, что это, и тоже цены не очень-то такие бюджетные. Дальше у нас мини-зонт по купону, но он достаточно хлипкий, тонкий. Если вы знаете, как рассматривать, чтобы вот как дежурный был у вас зонтик, потому что он, правда, он очень маленький, и он даже в маленькую сумочку у вас влезет, если не сильно большая, и не займет много места. Просто чтобы вот неожиданно утром было солнечно, вечером набежали тучи, пошел дождь, и чтобы вы, у вас всегда под рукой был зонт. То есть вот как дорожный вариант, как вот такой вариант можно рассматривать. А так, конечно, ветром его может унести. Здесь у нас обувь осенняя, обувь по купону, кстати, будет, обращайте внимание. Ой, я, например, вот смотрю на вот эти лоферы. Конечно, они недолговечные, у меня где-то, наверное, сезона два я относила, начали трескаться одни, а вторые у меня, по-моему, даже серые, недели уже через две, через три вот здесь начали на сгибе трескаться. Но вот, по-моему, серые. Первые я носила зеленые, вот мне их хватило больше на два сезона, но там мне пополам лопнула подошва. А здесь вот, вот такой нюанс. Ну, в общем, посмотрю по купону. Здесь, конечно, полная цена, все-таки дороговато. Нет, наверное, не буду я приобретать их. Так, и здесь вот одежда тоже у нас по купону будет. Такого еще не было в каталоге, в прошлой коллекции. Можно взять на примерку, если что, вернуть, если не подойдет. И новая мужская коллекция. Куртки. Будут здесь брюки вельветовые. Но вы знаете, например, ну вот мужская коллекция, вроде бы как-то это... Ну, например, у меня сын, он ему не нравится наша коллекция, поэтому... Говорит, что это не модно. Ну, в общем, у молодежи там у них другие немного предпочтения в одежде, поэтому, ну, в принципе, неплохого качества вещи. Если кому нравится, можно взять, например, померить. Ну, вот, я себе приобретаю, что-то оставляю из вещей, а вот у меня, например, я только приобретаю. И давайте посмотрим с вами следующая коллекция. Из вещей у нас это детская в таких красках. Есть, по-моему, здесь и для взрослых такая коллекция. Но это вот как баловство. Особенно, я думаю, для детей неплохо. Также обращайте внимание, есть у нас колготки детские, детское белье. В каталоге аксессуары школьные со скидкой. По купону можно будет взять 250 рублей. Кстати, вот и ланчбоксы, и пеналы, и рюкзаки тоже. Это очень хорошо, поэтому кто еще не успел купить рюкзак, либо хочет такой веселый на смену взять, обращайте внимание, тоже будет скидка. В общем, вот такой каталог, он интересный, обращайте свое внимание. Я вам оставлю обязательно ссылку на видео с акциями, можете пройти посмотреть, познакомиться. Ну и новички, приглашаю вас в компанию, чтобы получить такой шикарный подарок. На этом говорю вам всем пока, с вами была Виктория, до свидания, до новых встреч на канале.